Ребята, всем привет, с вами Александр, надеюсь, все получили Эриопса, кто хотел. Так, давайте соберем еду. Еды я уже почти насобирал, 75 лямчиков уже есть. Все у нас по плану. Так, что здесь? Здесь все до сих пор строится. До сих пор строится, кстати, давайте заглянем в гавань. Может, что толковое нам предложит. За еду 7 миллионов, в принципе, можно отдать. Почему бы и нет. Так, вот я, вот это можно тоже слить, у меня таких было 60 с чем-то, короче, карточек было этих миллион. Так, очки, ну как-то не прикольно, вот это нет, за деньги разве что купил бы, и это тоже нет, ничего такого интересного. И здесь, как обычно, каждый день с шаровых 100 баксов, ну 90, ладно, кому не помешает, правда? Правда. Так, ну а сражаться мы сегодня будем, нет, не здесь, там мы, скорее всего, будем сражаться завтра. Давайте пойдем в монстр Биокупола. За сумчатого льва мы сражаемся под водой, да, а в монстрах Биокупола сражаемся вот этими ребятами. И все они гады накрученные. Читеры. 48, 50 и 53. И это, кстати, сложный поединок. Так, если я возьму пещерного, он подменится на травушку, муравушку. А мамонтенок есть здесь какой-то? Вот, мамонтенок. 2500, блин, за один удар пробивает. Мамонты, мамонты. Ну, надо пещерного, скорее всего, брать. И такого, как 2500, 1000, ну, вот, типа такого, да. Он подменится на вот этого парня. Там пойдет мамонт. Мамонт и... Вот так, короче, сложный поединок. Вот когда три разных стихии против нас, это печально. Так, ну попробуем сыграть сейфово, так сказать. Так, вот. Ну хорошо, хоть за один удар не пробивает, и на том спасибо. Ну, мы пока посидим. Вот какой хитрый. Смотрите, он сколько баллов насобирал уже, прям больше, чем я, у него 5. Но открылся, полностью открылся, это хорошо. Так, сколько будет давать баллов? Так. 1, 2, 3. И 1, 2. Предполагаю так. Надеюсь, он будет меняться на титанобоу. Дадут 3 балла ему еще или уже в 4. Блин, уже 4. Йохиндрова. Не смей атаковать меня на 4, подлец. Блин. Это сломало всю мою стратегию, как вы поняли. Но, с другой стороны, он-то довольно слабенький. Мы можем еще победить. Ну, если он не поставил 4 в защиту, то как бы... То мы сможем победить. Ух! Рискнули и победили. Так, черт, надо как-то не забыть. Записываю стрим. Нарезка. Я еще не сделал нарезку с нашего стрима. Там были шикарнейшие 3 поединка. Ну, 2 так точно. Фух. Это было непросто. Давай возьмем вот тебя. Он подменится, скорее всего, на вот этого парня. Так. И кто нам еще нужен? Можно, в принципе, еще кого-то пещерного взять, да? Ну, мамонта пробивать, да, нужно пещерный. Давайте так попробуем.
А вообще-то нехорошо, я когда как-то как-то это все придумал. Ну, мамонт хоть бьет не особо сильно. Вот, нужно вот это пережить, блин, насколько больше эндрикоцер, чем мамонт. Нужно пережить. Пережить, не да, не смей, не смей, атаковать. Молодец. Его нужно срочно выбивать. Я вот тупо на все атакую и не пробиваю. Это трагедия, ребята, только что была. Но он все баллы потратит. Все полностью. 4. Вот так. И теперь что получается? Мне, моим эндрикоцерам, недобитым 40 уровня, нужно пробить двоих оставшихся. Два. На 4 должен атаковать. Ха-ха-ха. Тут мы его и подловили. Но там эндрисарх. О, эндрисарх живучая зараза. Как бы раз, два, три. Он покойник. Раз, два. Один балл. Да, ну, все должно быть нормальным. Нормально должно быть, ребята. А, косарик. Ну, отлично вообще. Давай, атакуй на 4. Не проатаковал. Блин, ну давайте так сделаем. А я бы его пробил, да. Но я все равно выживу. На 6 уже точно проатакует. Ха-ха-ха, мы тебя перехитрили, псинка ты цепная. Фух, так, ну напряжные вот эти поединки, блин, не люблю такие битвы, где три разных существа против нас. Вот так он будет подменяться на сумчатого льва. Сумчатого льва встретит гигантофия. Ну и вот так как-то. Ну, 2 балла мы выдержим. Ну, 2, допустим. Не хочет подменяться. Ну, сейчас, может, подменишься, а? Не, упорно не хочет подменяться, но, значит, надо его пробивать. Это, в принципе, тоже хороший вариант. Ну, сейчас, может, ты подменишься. На один проатаковал. Очень-очень глупо. Я атакую сейчас по полной. Вообще-то изи-катка получается у нас. Раз-два, раз-два. Вообще идеально. Даже балл сохранил. Ну что? Ну давай атакуй. На 2. Атакует на 2. Ну, я его, думаю, пробью сейчас. Легко, без проблем. Да. У меня еще и лишний балл даже остался. Ха-ха-ха, ребята. Та-та-та-та-та-та. Ух, неплохо отстрелялись без помарочек, так сказать. Сдали... на отличный экзамен. Так, и дали нам эндрисарха, ребята. На этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.